نبت قرا نبت عبود نبت عبود كوراك الدق لحصيد دي دويت قايت الحوش نانا أكوتان لحشوش رمضان دي تكوتنا حد حباب اتنقا بجاح مشي تاشي عاش قرقاش حتايكو كرسو تياواش تحزمت اوش تحبوك محاب اوي جرعة ممر سقعب فجت تتحدث ليت نسب تقيم كواس اخشاب انب شقاز اخر خربوش تتبسيد ايسرا يكور تبحشيد ارقى وارا خجل عبوش حواترفة شغوش حلتوش خمش بجالة وسح البوش شعيخو تبطار تحتوش حكاخوش تحجوش تحجوش تحقشوش اكوارم جال او حشوش انقو غرفا على عبوش شيرلو انشو دا عبوش احسا خابشكو رسو عقوا امر قاش تشقن لسقا تاس بواتكو زمعجي اكحرزرو كابزكو حرجي قوك تحجوك ويدن بتقرا اباش فراد فراح شيرا. К весенне-полевым работам начинали готовиться заранее. В течение всей зимы ремонтировали сельскохозяйственные орудия или готовили новые. Как только с полей сходил снег, все выходили на пахоту. Своевременные пахота и сев, владение достаточным количеством орудий труда, скота и рабочих рук благоприятствовали хорошему урожаю. Но не всегда жители села могли в срок спахать и засеять свой участок, поэтому они объединялись в группы, в ГОП. Как правило, эти группы составлялись из представителей одной фамилии, но бывало, что в них входили представители и других родов. Каждый участник вносил то, что у него было в хозяйстве. Кто плуг, кто барану, кто рабочий скот, физический труд. Каждое товарищество заранее знало свой участок, и все торжественно туда направлялись. Каждая группа выбирала руководителя, котана, князь плуга. И все члены беспрекословно выполняли его распоряжение. Без его разрешения никто даже не имел права отлучиться с работы. Первый день отводился на подготовительные и организационные дела. Строили шалаш для руководителя и для остальных участников пахоты. Организовывали очаги. Шалаш руководителя ставили так, чтобы его можно было увидеть с любого конца участка. Остальные располагались поодаль. У входа водружали длинный шест с флагом группы. Этот флаг назывался, как и у других народов абхазо-адыгской группы, НЭП. Ему приписывали большое значение в успехе дела. Потерять его значило навлечь на группу беду. Поэтому выделяли сторожа, который охранял этот флаг, как зеницу ока. В то же время считалось проявлением удальства и удачи похитить чужой флаг. Удавалось это нечасто. Сведения о цвете флага разноречивы. Одни указывают желтый цвет, символ спелых колосьев. Некоторые – белый, другие – красного цвета. Когда нужно было пахать, руководитель ставил флаг на крыше своего шалаша. Пока флаг стоит на крыше, все пахали. А когда он снимал, все оставляли работу и отходили на отдых. Рабочий день начинался ранним утром и продолжался до позднего вечера с перерывом на обед. Работу считали законченной, когда вспахивали все участки. По окончании пахоты сразу же, пока земля еще была сырая, начинали сев. Сеяли вручную. Это поручалось кому-нибудь из очень опытных людей. Надо было засеять так, чтобы семена распределились равномерно. Письменные источники позволяют довольно часто определить ассортимент земледельческих культур.
Так Лапинский писал: «Как на равнине, так и в горах растут хлеба всякого рода. Здесь разводят пшеницу, кукурузу, ячмень, овес. Сверх того, особенно в горах, собирается очень много проса. В последнее время особенно распространилось разведение кукурузы, потому что это хлебное растение очень плодовито». Другой автор сообщал: «Есть места, где растет не только трава, но и поспевают кукуруза и пшено в таком количестве, что хватает для людей и для скота». Засеянное поле барановали, и весенняя работа считалась завершенной. Но под конец все группы собирались вместе и сообща вспахивали и засеивали еще 3 участка земли. Эти участки предназначались для победителей скачек в честь окончания пахоты. По окончании пахоты и сева все товарищи организованно возвращались в селение, на Паатагахра. Если погода тому благоприятствовала, то они останавливались на краю селения, чтобы отпраздновать окончание пахоты. На месте резали барана и варили в котлах мясо. Женщины готовили бахсаму, сладкие угощения, накрывали на стол печеные изделия, халву, басту, крутая просяная каша, употребляемая вместо хлеба. Пекли обрядовый хлеб из пшенной муки, цогорамгял, который отъедывали все участники празднества. Так шел пир. На это торжество приглашали старейшин аула, гостей из других селений. Пировали в давние времена около 3 дней. Женщинам и девушкам разрешалось присутствовать в качестве зрителей, но с мужчинами за стол не садились. Непременным участником весенних работ был ряженый, зазывающих всех на праздник. Хоровая и певческая музыка была неразрывна с танцем. Исследования показывают связь с процессом труда и другими аспектами повседневной жизни. Так появились танцы, имитирующие движения животных, хороводы, изображающие охоту и земледельческий труд. Он был ответственный за увеселительные процессы в праздничной среде. Обычно им был самый веселый, остроумный человек аула. Его целью было веселить, петь, танцевать, острить. В народе он пользовался уважением, и в то же время его остерегались, потому что он мог высмеять лентяя, скрягу, безнравственный поступок.
Абазинские ряжены также хранили в своей памяти многочисленные предания, песни, пословицы и поговорки, сведения о реальных событиях и личностях. Кроме того, они сочиняли песни о наиболее значимых событиях, свидетелями которых они могли оказаться. Им достаточно было услышать рассказ из уст осведомленных людей, чтобы запечатлеть в тут же сложенной песне само событие и даже тех, кто проявил себя не с лучшей стороны. Особое внимание уделялось спортивным играм, скачкам, стрельбе, лазанию по столбу, перетягиванию каната. Эти соревнования с нетерпением ждали. У Абадин одним из зрелищных состязаний было лазание на столб. Состязание проводилось главным образом по праздникам, в основном среди юношей. В землю вкапывали толстый столб, гладко обструганный. Наверху столба подвешивали сувениры с различными предметами. Достигший цели выбирал один из подвешенных предметов, оставляя себе его в качестве приза. Много удовольствия доставляло зрителям групповое притягивание канат. Такая силовая игра развивала во все времена силу и выносливость, воспитание навыка коллективных взаимодействий в соревновательной обстановке. Стрельба из лука – древнее воинское искусство. Умение поражать цель из лука очень ценилось. Вместе с победой приходил почет и уважение среди сельчан. Мужчины готовили лошадей, девушки – подарки, призы для победителей соревнований. Призами были вышитые кесеты, то есть небольшие мешочки для хранения табака, футляры для часов, всякие фигурки. На конные соревнования съезжались все участники полевых работ и приглашенные ими гости. Зрители наблюдали в стороне. Занявшему первое место предназначался вспаханный и засеянный участок 1,5 гектара. Второе место – 1 гектар. Третье место – 0,5 гектара. Как и отмечалось, у каждой группы имелся свой флаг. Когда работа близилась к концу, участники заранее договаривались между собой, кому его подарить. По обычаю, его дарили самой трудолюбивой, самой красивой девушке. О своем решении заранее давали знать ее родителям, так как те, в свою очередь, должны были устроить группе угощение. Времена изменились. Сегодня все работы выполняет техника, и уже нет необходимости выходить всем селом в поле. Но древние обычаи напоминают нам об отношениях как людей друг к другу, так и к земле и к труду. Праздник первой борозды имел сакральный смысл, и наши предки верили, что при соблюдении всех необходимых ритуалов богатый урожай им будет обеспечен.